Еще одна очень популярная порода – доберман. Эти собаки для настоящих эстетов. Они обладают идеальными анатомическими пропорциями тела. Кроме того, у этих элегантных, грациозных и сильных питомцев достаточно уравновешенная психика. Поэтому их можно заводить в семьях с детьми. Степень их агрессивности во многом преувеличена. При правильной социализации и дрессировке они станут верными компаньонами. Доберманы сообразительны и достаточно быстро устанавливают контакт с человеком. Их особенностью можно считать высокую степень ориентированности на владельца. Доберманы не будут проявлять излишней самостоятельности. Для них важно быть полезным хозяину и уметь предугадывать его желания.